Химках состоялось очередное заседание Совета депутатов. Всего рассмотрели 6 вопросов. Парламентарии приняли актуальные и необходимые решения для жизни округа. И в первую очередь заслушали отчет об исполнении бюджета за 2023 год. Все социальные обязательства, которые были взяты на себя муниципальным образованием, исполнены в полном объеме. В частности, это касается различных мер социальной поддержки для наших социально незащищенных групп жителей, отдельно меры поддержки предпринимательства. Кроме того, отдельно рассмотрели вопрос, связанный с газоснабжением. Уже были приняты решения о выделении многодетным семьям средств для обеспечения земельных участков, бесплатно полученных в рамках президентской программы, системами водоснабжения. На очереди обеспечение газоснабжением. Депутатами принято решение также о компенсации в размере до 300 тысяч рублей за обеспечение этих земельными участками инженерными системами автономного газоснабжения, так называемыми газгольдерами. В случае установки такой инженерной системы на земельном участке можно обратиться в администрацию и получить соответствующую компенсацию. В завершении заседания обсудили план работы Совета депутатов на ближайшее время. Все это позволит эффективно выполнять все поставленные задачи на благо жителей округа. Елена Тараненко, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.